Какие меры необходимо принять, чтобы каждый малыш получил место в детском саду, вне зависимости от места проживания и состояния здоровья? Эти вопросы решались за круглым столом «Доступность детского сада для каждого малыша». Сейчас в регионе работает 40 дошкольных учреждений, из них 11 в сельских населенных пунктах. Если в районе особой проблемы в устройстве малыша в детские сады нет, в очереди стоит 430 детей от 1,5 до 3 лет, то в окружной столице на сегодняшний день эта цифра перевалила за 1000. С 3 до 7 обеспеченность 100%. Хотя мы говорим, на сегодняшний день проблема обеспечить всех 3-леток дошкольным образованием, да, высвечивает все более и более ярко. Это связано еще и с миграцией, мы говорим, из сельской местности в город детей вместе с родителями. Также в этом году к числу нуждающихся добавились и 25 детей, которые прибыли с родителями в наш регион из юго-восточных областей Украины. Пока вопрос с обеспеченностью малышей детскими садами стоит остро, на помощь приходят группы кратковременного пребывания. В Нарьян-Маре они открыты на базах детского сада номер 62 и доме детского творчества. Такие группы – это способ присмотра за малышами, адаптация и обучение ребенка общению со сверстниками. Полностью все соответствует всем требованиям. Социально-образовательный процесс направлен на развитие умственных и художественных способностей ребенка. Они там у нас играют, рисуют, лепят, конструирование. То есть обыкновенный процесс, воспитательный процесс идет в этих группах. Пока дети посещают группы временного пребывания, они не снимаются с очереди в дошкольные учреждения. А у родителей есть возможность оставить ребенка на полдня под присмотром педагогов. Вопрос с нехваткой мест в дошкольных учреждениях можно решить и с помощью частных или семейных детских садов. Была даже семья, которая обращалась к нам в город. Давайте организуем, у нас вот у самих трое уже четверо детей. И муж с женой, они оба готовы работать были в этом семейном детском саду. Но очень сложно подобрать помещение для этого детского сада. То есть их помещение должно соответствовать тоже всем нормам. Во многих регионах страны частные семейные детские сады уже давно функционируют. У нас же в регионе эта ниша пока не занята. Несмотря на то, что спрос на данную услугу будет высоким. Алена Валей, Леонид Шишелов, телеканал «Север».